Организация Energy Conference Network проведет конференцию «Блокчейн в нефтегазовой промышленности». Как сообщает официальный сайт мероприятия, 12 сентября в Хьюстоне, штат Техас, пройдет конференция, посвященная теме влияния блокчейна на энергетический сектор. В качестве спикеров и спонсоров участвует множество крупных компаний, среди которых Chevron, Statoil, Halliburton, IOT Oil and Gas, Microsoft и другие. Среди докладчиков Рич Мазарос, управляющий директор IOT, Рэндалл Хоппе, директор нефтегазовой отрасли, Сатьям Прайадарши, главный научный сотрудник Halliburton. Заранее известно, что тема биткоина станет ключевой для конференции в следующем году.